Привет, друзья! Мы в Атланте, и мы сейчас едем в наш любимый ресторанчик на ланч. Вот этот район, помните, мы здесь были, Бакхед называется, дорогой район. Здесь даже живет Элтон Джон, где-то в пентхаусе. Someone who lives in Buckhead and just could not pay rent this month. Yeah. Another dude in a Playboy shirt. Like, what's up? See, they look homeless too. Тут были две женщины, они вроде как просили, у них вывески были. Голодные, бездомные, но одеты они были просто очень хорошо, шикарно. А вот смотрите, та машина. Статуя машины вот этой. 1000 feet. Turn left onto Piedmont Avenue Northeast. Так и не поняли, что с этой машиной, которая в мусорку кладут мусорный пакет. Did we decide what that statue means? Where they put a car in a bag? No idea. Или машина не нужна. Не знаем, что за... Что несет за такое сообщение эта статуя? Или машина не нужна, чтобы люди ходили? Или что? Is that a tiny house that acts as a doghouse? Where? Where? The house to the right over there. Looks like a kid's. Looks like a kid's playhouse. Смотрите, он как маленький домик там. Ну, как бы квартирный комплекс, там маленький домик такой. That's where those ladies live. Наверное, эти женщины живут. Интересно. Ну, конечно, не важно. Никто не хочет просить милостыню, наверное. Тут эта вот кофейня очень хорошая. Rainbow Road. In 800 feet, your destination will be on the right. Здорово, конечно, люди ходят, гуляют. Погода еще сегодня такая располагающая. Очень хороший тут райончик такой. There's way too many people here today. They need to clear out. Yeah, I mean, I'm here. I thought it's your destination is on the right. Не знаю, найдем мы парковку или нет. We might have to park at the botanical gardens. I don't know. Вот сегодня вторник, погода замечательная. По-моему, мы тут не найдем парковку. Люди гуляют вовсю и кушают. Парковку в этом месте просто не найти сегодня. И вот одна машина вроде бы как выезжает. И вот мы ждем. А вот и наш любимый Willys. Идеальный день для гуляний. Смотрите, какой вот дом. Такой с острым концом. Look at that house. It's got like a sharp side. You can make it. Keep going. Это You're good. Pickup. Keep going. Pickup
пытается выпарковаться. Он такой длинный, что не может. А нам как раз очень повезло, потому что нам как раз нужно было место для парковки. И вуаля. Вот этот домик такой с остреньким концом. Но он не такой остренький, показался, что он острее раньше. Заходим в свой любимый ресторан Willys. И вот здесь, смотрите, у них какой-то ремонт идет внутри. Внутри не пускают, так что здесь такое окошко, и здесь можно заказывать. Или можно заказать вот здесь, в ресторане на колесиках. То же самое, то есть можно или здесь заказать, или вот здесь. Выбираешь или борито, или салат, тако. Или касадия, это две лепешки, посередине сыр. И вот кладешь сюда, то есть выбираешь, какое мясо хочешь, оно, конечно, уже со специями их. И потом выбираешь сыр, салат, листья салата. Как я поняла, они, короче, ремонтируют внутри, то есть вот здесь заказываешь. А потом вот этот вот ресторан на колесах, вот там вот они готовят сейчас, потому что у них тут все закрыто, печки нет. То есть вот здесь в этом ресторане на колесах они получаешь пищу, которую заказал. Настолько много людей, но погода просто великолепная. И все просто выбираются погреться на солнышке, наверное. День просто замечательный. Атмосфера здесь тоже очень-очень-очень хорошая. А в парке очень много людей. Вот люди прямо толпятся в парке. Погулять. Очень-очень здорово. Жаль, что у нас времени не так уж много. Просто очень-очень классно. В прошлый раз мы приезжали в Бурсо, и мы в парке не погуляли особо. А сегодня просто замечательно было бы погулять. Просто пройтись чуть-чуть. Мы решили прогуляться в парке. А? Много людей с собачками, много хорошего. Здесь можно увидеть много-много людей сегодня. Люди садятся. Лежат, прилегли, собачки бегают. Сегодня просто идеальный день. Просто идеальный день для гуляний, для прогулочек. Гуляют столько много собачек. Много-много собачек. Собачки резвятся, такие хорошенькие. Какая благодать. That was hilarious. We don't have to go far. Чего тут только не увидишь. И на скейтбордах, и на роликах, и бегают люди, и с собачками гуляют. А вот там у них озерцо небольшое, ну просто идеальный парк. А вот здесь собачки. Собачки. Он несет.
Oh my goodness. So funny. Practically leaning into his chest. Oh, daddy, daddy, daddy. I'm a good boy. I'm a good boy. Throw it, daddy. I've been good, haven't I, Pedro? Вот тут у них небольшой такой прудик или озерцо. Прямо здесь в парке. Просто идеальный парк. Уточки. Это вообще канадские гуси. Они здесь зимуют. Просто идеальный парк, идеальная погода. No swimming написано. Не плавать. Вот это он просто продолжается, этот парк. Он продолжается, продолжается. Вон, смотрите, люди в гамаках сидят, отдыхают. И на скутерах. Идеальная погода для отдыха. Антон, whenever. Let's turn around. Okay. One, two, three. Ooh. Goodness, this is just perfect. Oh, hold on, hold on, hold on. Смотрите, здесь мы прямо около ботанического сада. И вот. I think he's getting his muscles big so he can get pictures. He's getting blood in the muscles. Yeah. So then he can get pictures. Вот там фотосъемка. Yeah. Мужчины накачанного. Yeah, it's kind of like how dudes will work out right before a date. Yep. Много маленьких собачек, много очень больших. Сколько людей гуляют? Сегодня среда. Я не помню, говорила вам, что вторник, сегодня среда. Среда, еще нет у них здесь даже 4 дня, и вот столько людей гуляет. Много. Похоже, вроде как суббота, но сегодня среда. Такие можно в аренду взять, покататься. Просто идеальная погода. Я, по-моему, вам уже сказала. Прогулка сегодня получилась такая замечательная, потому что приходит весна. И я думаю, что не только я так считаю. Все люди в этом парке, все какие-то счастливые, улыбаются. У всех приподнятое настроение. Замечательно. Смотрите, с этой стороны это здание кажется, что оно вообще под острым углом. Но потом, когда поближе подходишь, угол не такой острый. Вот это вот здание. Там наверху елочка.
стоит. Смотрите, реставрируют здание вот так вот. Christian Science. Ну, смотрите, какая церковь. It's a cult. Christ Scientist. Church of Christ Scientist. Yeah. There's nothing Christian or scientific about it, really. Ой, вот это какая красивая тоже. Мы так хорошо погуляли, настроение такое приподнятое. Очень много людей здесь тоже гуляют. Ну, это тут, да, богатый район, богатые люди, они, наверное, могут себе позволить и в среду отдохнуть, расслабиться. Ну, и мы вот тут тоже в среду отдыхаем, расслабляемся. Жизнь хороша, и жить хорошо. In a quarter mile, turn right onto the Georgia 13 North ramp to I-85 North. Красивый такой райончик здесь. Тоже церковь красивая, такая необычная, очень красивая. H3 Christian Church. Христианская церковь. Turn right onto the Georgia 13 North ramp. И сейчас уже будем забираться на скоростную дорогу. Уже не будет так красиво. Merge onto Georgia 13 North. Только машины. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня вечер 24 февраля 2021 года. Мы находимся в Атланте. На месте встречи морских скаутов в Атланте. Здесь собирается их группа. На озере. Прекрасное место. И мы снова с ними у них в гостях. Хотела вам показать воду. Красивая здесь территория. Друзья, на этом наше путешествие подходит к концу. Мы собираемся ехать домой. День получился очень хороший, продуктивный. А вам желаю приятных путешествий, всего самого доброго. И до новых встреч, до новых путешествий. Оставайтесь со мной на канале «Почти американка».